Право на достойную медицинскую помощь. Жители селения Карата Ахвахского района ставят вопрос о строительстве новой поликлиники. На протяжении многих лет горцы вынуждены получать медпомощь в ветхом и необорудованном здании. Слово Хадижат Мазгаровой. Мы не любим стоматологу ходить. Когда уже заходит эта камера, когда уже видно эти стены, это все уже два раза страшнее становится. Уже зубы не болят. Лишь бы отсюда потихоньку уходить. Вот такую шоковую терапию пациенты получают после каждого посещения Ахвахской районной поликлиники. Но, как выяснилось, иногда даже вполне эффективную. Обваливающийся потолок, трещины на стенах, окна еще со сталинских времен. Такой интерьер совсем не радует как посетителей, так и работников лечебного учреждения. И дело даже не в эстетической, а вполне практической стороне. Утром приходит, все вроде бы все стерилизовано, все убрано, оставляют. Рано на работу приходит, все, кабинеты все сыплено. Стены это сыпаются, с потолков сыпаются. Врачи обеспокоены не только состоянием больных, но и тем, как поддерживать нормальную температуру в помещениях. Перебои с отоплением – один из главных нерешенных вопросов в поликлинике. Вот и маленьких пациентов мамы боятся раздевать даже на осмотре у врача. Плохие условия связывают и с другой, не менее важной проблемой. Условия, которые надо, и будут специалисты, не хватает, поэтому надо туда по каждому разу туда ехать. Зданию больше 60 лет. Некогда поликлиника Караты считалась одной из самых крупных в горном Дагестане. Теперь же она теряется даже на фоне домов местных жителей. Но и сегодня здесь обслуживается 13 сел района. Привести помещение в порядок пытался и сам медперсонал. Так, для того, чтобы здание соответствовало хотя бы санитарным нормам, врачам пришлось менять перчатки стерильные на строительные. Здание действительно провели своими силами. Имеется в виду, краска материалом обеспечивала больница, а и так она была закрыта, чем где-то стоят. Нам показалось, что лучше побыстрее своими силами провести свои помещения в порядок. Новую поликлинику в Карате обещали построить еще в 2000-м. К обещанным 3 годам прибавился еще и десяток. Однако как заклеивали скотчем щели на окнах, так и заклеивают. Жалуются врачи. Хадижат Мазгарова, Руслан Гаджиев, Заур Салтанбеков. Время новостей.